Мне бы просто не хотелось говорить при посторонних. Что у нас случилось с недавнего времени, я для вас тоже постараюсь. Я притронуться к вам боялся. Ну почему вы не можете? Есть вернуться к выполнению наряда. Спасибо тебе, Сереж. Прекратите меня благодарить. Понимаешь, у меня мозги кипят, плавятся. Я уже на грани, не знаю, что делать в этой ситуации. Я целый год засыпаю с вашей. Просыпаюсь, сердце понять не может. Почему все так, а? Почему я вот так вот, как... Может, ты на меня посмотришь? Наташа. Ты до сих пор не можешь ее забыть. Наташа. Мне с этим жить. Почему я вот так к вам всегда? Я вас... Ну, возьмите, я вас прошу. Да я вас... Он не может полюбить больше, чем я. Вы мне очень нравитесь. Сердце ему не прикажет. Я вас люблю! Все сказал. Сейчас, секунду. Я вас люблю! А вот теперь Горько, прогуляемся. Вы очень хорошо. Отлично. Я...